Всем привет! Продолжение по Mercedes Vito. Варим. Вот эту сторону уже переварили. Арочка. Мы уже просто переехали немного в другой бокс. Вот такая вот тема. Все будет вымазываться, замазываться. Дальше. Самое интересное. ВИН-код. Вот где он находится. В МРЭО ГАИ сказали подварить снизу. И он таким вот образом у нас будет сохраняться. Не знаю, что тут уже у нас сохранилось. Последней буквы может уже и не быть. Вот такая вот тема. Обвариваемся тут. А это все подлаживаем снизу. Не знаю, что тут сохранится. Ну, как-то так. Поэтому, кому интересно, что будет дальше с этим супер автомобилем, заходите на канал, подписывайтесь. Всем удачи. Ждем на канале.